Hello, my friend, всем привет, вы на канале Кубик Рубик, и я предлагаю вам вместе сделать челлендж. Он будет связан с игрой Arcage. Мы собираемся на сервере Earnart. Вы также можете провести такое событие и у себя на сервере. Мы на сервере Earnart собираемся в Мираже 8 декабря 2017 года. Ну так, на всякий случай. 8 декабря собираемся в Мираже к 6 часам. Что именно я хочу сделать? Каждый берет с собой по квесарскому талисману, минимум по одному. Если у вас его нету, ну окей, жалко, но окей. Берете тогда просто двойной свиток. Блин, если у вас и двойного свитка нету, то ладно, берите простой свиток. Ну так и быть, даже без этого. Но в лучшем варианте мы берем квесар. Минимум один, можете все, которые у вас есть. Берем двойной свиток. Ну, конечно, не один, сколько квесаров у вас, или вообще сколько раз вы хотите заточить. Да, берем любую бронь, любое оружие, но оно должно быть не меньше цвета реликвии. То есть релик — это минимум. Берете релик, броню, оружие, квесарский талисман, свиток двойной точки. И мы все по отчету ровно в 6 часов начинаем точить. Для облегчения я в чатике буду вести отчет. То есть, ну, по-моему, по московскому времени, конечно, в 6 часов будет происходить данное событие. Я, как увижу, что 6 часов, я в чатике начну писать 3, 2, 1. Для облегчения у меня есть выученный и западный, и восточный язык, это во-первых. Также я буду писать не просто одной цифры 3, допустим, ну мало ли у кого-то там символ какой-то показался вместо цифры. Я буду писать несколько троек, там 3-3-3-3-3-3-3-2-2-2-2-2-2-2-1-1-1-1. И между ними на всякий случай я буду делать какие-нибудь буквы. Ну не знаю, на всякий случай. Фиг его знает, иногда все видно, допустим, я западник, и мне иногда весь текст виден, а иногда практически полслова не видно, но хотя у меня язык выучен на максимально. Ну, на всякий случай. Также я опять же повторюсь, что я знаю и восточный, и западный, и если что, даже могу попросить там сагильдийца, он напишет. Опять же, это договоримся уже на месте. До 6, конечно же. Если что, мой ник колдун. Написан он по-русски, вот так вот выглядит. Вы в крайнем-крайнем случае можете увидеть, кто пишет в чате. И вот ровно 6. Я делаю отчет. И ровно на 1, как только вы в чате увидите цифру 1, мы все нажимаем заточку. И все одновременно точим. Я думаю, это будет прикольно. Мне интересно, что будет патч новый. Этого еще никто не делал. То есть, чем больше людей соберется, тем будет шикарнее, тем будет прикольнее. Если вам данная новость, данное событие нравится, то ставим лайк. Пишем под описанием в комментариях свое мнение, что вы думаете об этом. Зовем в Мираж 8 декабря всех своих знакомых, всех сагильдийцев, всю фракцию зовем. Неважно, вы друг, враг, союзник, соперник, мы все в Мираже будем стоять одни, то есть, ну, как равные, и все будем разом пробовать точить. Чем больше нас желающих, тем будет интереснее. Но один нюанс, если нас будет мало, то есть если людей мало соберется, такое тоже может быть, почему бы и нет, я ничего не исключаю. Если людей будет мало, ничего не будет. То есть в 5 человек, в 10 человек, ну, никакого тут интереса не будет. То же самое я могу тупо уже с фракцией потом сделать. Допустим, кто там пожелает подобное сделать. Ну, уже, естественно, в Мираже нету смысла. Если придет нормальное количество людей, будет интересно. Я, конечно, это запишу и выложу потом видео. И вы сможете себя, если что, даже и найти, допустим. Также, если захотите, можем сделать, ну, типа совместного скрина. Там у нас есть лесенка в Мираже. В принципе, можем все встать на эту лесенку и сделать скриншот. У каждого будет скриншот подобный, ну, скажем так, не знаю, на память, ну или вообще прикольно.
Выбирайте сами, как вам такое. Если вы и за это, и за заточку, приходим в Мираж 8 декабря к 6 часам по Москве. Именно в 6 часов мы уже будем точить. Так что к 6 мы все собираемся. Еще раз всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, если вам такая новость понравилась. Такое событие будем делать. Свой ивент, скажем так, на сервере Эрнард. Еще раз всем спасибо за просмотр. И до завтра. До 8 декабря. Встреча в Мираже.